ярмарка, 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 русская ярмарка. Так душа моей России, как моя душа. Русские народные песни, колядки и задорные хороводы. Фольклорный ансамбль «Родник» создает настроение для покупателей и продавцов выставочного зала Одинцова Экспо, где открылась новогодняя ярмарка. Здесь можно найти красочные детские книжки и календари, летние цветы и зимние пейзажи из рук художника, керамические символы года, стеклянные гирлянды и шары. Для уюта в доме елочные игрушки, вязаные звери и коробки для сладостей ручной работы. В подарок можно приобрести яркое сатиновое постельное белье или авторские платки и шарфы из натурального шелка, а также шерсти, кашемира и вискозы. Дамы найдут на ярмарке модные дизайнерские украшения ручной работы. Броши, серьги и кулоны из пресноводного культивированного жемчуга разнообразных цветов – от нежно-розового до гранатового и синего. Новогодняя ярмарка будет работать дольше обычного, по 28 декабря, чтобы все желающие успели приобрести уникальные подарки, свежие фермерские продукты и натуральные конфеты к празднику. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».